нас поймал. Ботаник. В Ютубе посмотрим. Кто ботаник, кто да. Можно, можно. Что было выпрямить? И снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоемов». Ну, немножечко, как видели, зарядились позитивчиком мы с товарищами. Вот, перед рыбалочкой. Вот, подняли друг другу настроение. Поехали на Энгулец. Да, и кстати, кто видел пост мой в Фейсбуке, я поделился постом, купила себе фидерное удилище. Продал мне его товарищ по очень такой дружеской цене, 450 гривен. Он стоит новый, конечно, где-то в районе до 800 гривен, 750 где-то так в интернете. Мне за 450. Но суть не в этом. Будем испытывать, вот он уже собранный у меня. Длина его 3 метра. Самурай. Значит, три наконечника. Я подцепил туда уже 30 грамм, так как у меня фидерная снасть 20-ка, 20 грамм плюс кашка, как раз 30 выйдет. И два наконечника по 20 грамм. Также с собой взял два спиннинга на дальний заброс, на кормушечки. И взял с собой на хищника. Это так, с собой вожу на всякий случай. Итак, это мой будет первый заброс фидерным удилищем. И первая моя рыбалочка на фидер. Поехали! We'll be right back.
Итак, поменял оснастку, подцепил убийца карася. Фидерок я снял, так как стало очень редко клевать. Это, ну, буквально полчаса одна поклевка. Вот, здесь, конечно же, не просто так называют убийца карася. Из-за того, что наживка прямо возле прикормки, вы видите, очень рядышком. И за счет этого карасик очень быстро начинает клевать. Поменял наконечник, поставил 20-граммовый. Там стоял 30-граммовый на фидерок, на фидерную снасть. Здесь 20-граммовый. Как раз убийца карася 16 грамм, плюс кашка набитая, выходит 20 грамм. Около 20 грамм, а то может и больше. Как раз подходящий. Итак, друзья, заканчиваем нашу рыбалочку. Товарищи уже свернулись, собрались, а у меня как раз разгар пошел. Друзья, на фидер мне отлично, вообще супер, понравилось ловить. Вот сейчас забрасываешь, сразу же поклевки, вот уже поклевка. Думаю, еще одного вытащу и на этом хорош, бо меня уже там подгоняют. Вот. Значит, давайте посмотрим, что мы поймали.
Красавчик там. Красавчик. Один попался хорошенький, грамм 400. Карасик. Вот, значит, друзья, если вы еще не мой подписчик на моем YouTube-канале, меня очень просто там найти. Просто на YouTube напишите «Вокруг водоемов», и вы сразу же меня там опознаете. Подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик. Все, друзья, всем желаю удачи, а в рыбалке ни хвоста, ни чешу им. Ага, мимо бывает.